Скажи, пожалуйста, что это за лес такой? Волсмеже. Так, хорошо. Это Латвия, да? Нет, Эстония. Нет, ты говори правду. Задал вопрос. А почему ты ходишь в этот лес? С какой целью? Почему люди ходят в лес? За ягодами, за грибами. Правильно. Совершенно верно. То есть абсолютно банальная была у тебя история. Ты пошла в лес за грибами. Не-не, а скажи, пожалуйста, а в том замечательном месте X-портале, где ты вышла вот куда-то? Оно, вот тут же сразу. Как долго нужно идти туда? Вот так прямо. Прямо идти, да? Вот. Сколько минут? Да вот оно, вот тут же. Очевидное, невероятное. Да. Может, я захочу сам прогуляться туда? Ну, прогуляешься, сегодня никто к тебе не выйдет. Ты откуда ты знаешь? Этого? Почему? Это ты не знаешь. Это особым лицам открывается. И ты особая, да? А ты особая. А и всем он, Эрик, открывается. Пусть они ходят сколько хотят, они не увидят ничего. Начинаю с тобой ходить. Пойдем сегодня? Нет, сегодня я не пойду. Не пойдешь, да? Летом я пойду. Ну ладно, летом сходим. Тогда все за...